человеком, человек Христос Иисус. Слава Господу! Знаете, вот еще не доходя до этого места, правда, у меня сердце горело, хотел быстро пройти, але действие кисть сделано такое, чтобы каждому есть свою чергу. И Бог дал сегодня и мне свой час пришел, чтобы я, который Бог наполнил мое сердце сегодня, чтобы я говорил вам. Сегодня Бог хочет через меня говорить кое-что в ваше сердце. Я не знаю, кто, каких, у кого какие ощущения в своем сердце. Я не знаю, у кого какие проблемы в своем сердце. Але я знаю одно знаю, что Бог бачит нас. Слава Господу! Бог бачит кожне серце. И сегодня Бог хочет благословить вас. Сегодня Бог бачит ваши проблемы, ваши сердца. Что вас мучает? Что, чем хочете делиться сегодня? Знаете, Бог бачит кожне. И сегодня не правильно такое служение, чтобы славить ваше человеческое имя. Сегодня не маем такое служение, чтобы Бог услышал, что через наши слова, чтобы славить вас. Чтобы Бог дал нам тебя разумение понять. Знаете, в одном месте написано, я хочу прочитать. Это люди, вы знаете, это благовестие, когда ангел пришел до Марии и сказал, что ты будешь от Духа Святого зачать, понимаешь, будешь мать дитя. Знаете, мне не поверили, человеческий разум не поместит это, как это может быть. Я может быть, сегодня много людей может заблуждаться. Сегодня много людей не могут найти покоя в своем сердце и не могут понять, как это может статься. Але Бог так сказал. Бог так сказал, знаете, написано в 37-й верш, другие написано, ибо у Бога не останется без силы никакого слова. Слава Господу, благодарю Бога. Сегодня Бог хочет нам говорить наше сердце. Кто сегодня пришел на это место, он не зря приходил сюда. Вот сегодня Дух Святый прикасался. Сегодня Он подсказал сердцу своему, нашему, что приходил на это место, где Господь Бог. Сегодня Бог хочет сказать, что твоему сердцу. Я не знаю, как он ставит сердце, але я знаю, что Бог сейчас хочет сказать. Ты открой сердце перед Богом, потому что Бог бачит, я не бачу. Братья не бачат, сестры не бачат, а Бог бачит, как говорит Господь Бог. И говорит, что у Бога не остается ни одно слово бессильное. Знаете, был час в моей жизни. Наверное, много слышали, але пришел этот час. Пока я не знал, я не могу поверить этому. Але я открыл свое сердце перед Богом. Я не знал это. Я все рассчитал на свой человеческий разум. Я не мог понять ради Божьей. Он не жил по-божески. Я не хотел понять, я жил по-человечески. А Бог хочет сказать, что сегодня твоя жизнь в моих руках. Ты не знаешь, что будет завтра. Ты не знаешь, что будет через день. Ты не знаешь, что будет через три. Ты не давайся злослужению. Ты не давайся злоучению. Надейся на Господа твоего, который сотворит тебе. Он говорит, что ты когда будешь поверить Иисуса Христа, Сына Божия, ты будешь в одном вещи, ты станешь новым человеком. Бог так говорит каждого из нас. Сегодня не маем все спасение, не маем ни вести веру, потому что Бог благословит нас. Бог ставит нас каждому были грешным людьми. Я не знаю, может, Бог ты сегодня пришел для любопытствия, але Бог хотел сегодня тебе показать, что те люди, которые находятся на этом месте, они не спасены, слава Господу. Они мои спасены, те, которые даром Бог Иисус Христос, я не могу быть спасением. Мы не видим, что ты грушишь, чтобы я такой, але я такой дорогой ценою. Бог благословил. Бог сказал, пришел один час в моей жизни, когда Бог сказал, никто ничего не сделает с твоей матери, только я спасу. Я не поверил этим словам. Я не мог понять, что Бог хочет действительно сделать чудо. Але сегодня Бог говорит, у Бога не остается без силы никакого слова. Сегодня Бог хочет тебе сказать, дорогой друг, я сейчас не есть на этом месте, у Бога нема никакого слова без силы. Бог говорит, когда врачи надеялись на врачи, чтобы маму спасли, у нее жизнь стала хуже коробки. Она не чувствовала, она была без сознания, она была беспомощная. Помощь, которую я ожидал от людей, они мне отказали, отвергали. Они сказали мне бессильны. Але пришел мой брат, сказал, что Бог сказал, чудо произойдет. Слава Богу, слава Богу. Я не на то время не вставал, я сегодня ощущаю. Какого бы умели не Божие, что
остальные, чтобы ты, дорогой друг, сегодня начинал эти слова, которые тебе вели. Чтобы в твоей жизни не сталось такой, как у меня. Чтобы не сталось другое, которое сегодня буду стоять на этом месте, я буду стоять. Чтобы ты сегодня почул эти слова, имел веру твердую, Божью веру. И поверь, у них не будет вера такая твердая. Надеешься на эту Богу, и Бог наполнит любовью свою. А цель любовь безограничена, не заканчивается цель любовь. Я когда почул эти слова, когда сказали, что прибыльный час, когда станет операция, зробит операция, то чудо произойдет. Знаете, мой брат мне начал объяснять, что значит. Он начал мне дать разумение, что, брат, ты пойми, ты заблуждаешься. Тот врач, доцент, профессор, он говорит, не мой сыну, я не знаю, что будет. А он говорит, ты поверь, чудо произойдет. Знаете, это не зря было сказано. Это был переломный период моей жизни. Я жизнь представлял совершенно по-другому. Я не знаю, что есть такие сладкие жизни. Я не знаю, что есть жизнь с Богом, але Бог благословил, открыл мои очи, открыли физичные, духовные очи, бо я был слепым и духовным, и физичным, можно сказать. Но Бог показал мне, какие я повинен быть. Знаете, когда врач, который недавно надел, пришел сказать, сынок, твоей маме повезло, знаете, я в душе плакал. Думаю, Господи, неужели это все правда? Неужели действительно есть Бог? А Бог говорит, вкусите это благо. Знаете, я хочу читать это место. Может, для кого-то первый раз чует это место. Але Бог так говорит. Бог говорит нам, каждому из нас. Бог не обманывает. Написано, что Бог порога не бивает. Бог все любит для славы своей, знаете. Бог хочет, чтобы мы с вами, каждый из нас, чтобы мы знали, что Господь не обманывает. У Него не остается никаких бессильных слов. Написано в Псалме 33-м, вкусите, увидите, как благ Господь, блажен человек, который убивает на Него. Чуете? Бог хочет, чтобы вы сегодня убивались на Него. Все ваши проблемы возложили на Него. Он даст ответ. Он никогда не задерживается. Когда я почул эти слова, что Бог сделает чудо, я радовался. Я радовался, что есть тот, который мне может помогти. Я не мог успокоиться. Я не мог, я все время ожидал, мне сказали, 3-4 часа пройдет операция. Я хочу остановиться на этом. Было тяжелая болезнь, гангрена, сахарный диабет, 40 градусов температуры, без сознания, не поверится, врачам не верится. Человек, который сидит в волосах, 40-50 лет, другой операцию, он сказал, я не дам гарантию, бо я не знаю, что будет. Але, знаете, один Господь знает, что будет, и каждый из нами. Бог сегодня хочет каждый из нас сказать, ты, дорогой друг,